все за мной, в гости нас зовут Бали и его друзья. Бали, руки подними, Бали, покрутись волчком, Бали, веселей танцуй, прыгни до небес. Бали, вся твоя семья, Бали, собралась вокруг, Бали, если рядом все, ты счастливей все. Бали, руки подними, Бали, покрутись волчком, Бали, с нами потанцуй, прыгни до небес. Бали, Кику тоже здесь, Бали, он всегда с тобой, Бали, музыка звучит для твоих друзей. По-моему, на сегодня видеоигр уже хватит. Еще 10 минут, можно? Нет, ты играешь уже очень долго. О, мам, ну 5 минут, ладно? Нет. Ну одну минутку, всего лишь минутку, мам. Бали. Ладно. Мне скучно, Кику. Бали, хочешь съездить с нами в супермаркет? Нет, спасибо, папа. Ладно, как хочешь. Значит, едем вдвоем, Лея. Не работай слишком много. Хорошо, я скоро закончу. Не забудьте молоко и печенье. Ладно. Молоко, печенье, Кенья. Бали, ты не захотел поехать с папой и Леей? Нет. Не знаешь, чем заняться? Угу. Послушай, может, тебе хочется порисовать? Нет. Или, может быть, посмотришь новую книжку, которую мы вчера взяли в библиотеке? О, мам, можно я подойду к телефону? Можно, Бали. Да. Алло? Тито? Угу. Эй, мам, это Тито. Можно ему прийти поиграть? Да, почему бы и нет? Мама сказала, можно. Приходи скорее, Тито. Класс! Мы поиграем вместе. Ура! Спасибо большое, мам. Да не за что, Бали. О! Это Тито. О, привет! Привет, Тито. Бали тут? Тито! Привет, Бали! Тип-тап-топ-топ-ля! О, смотри, скоростные гонки. Это мне дядя подарил. Ух ты, мам! У Тито классная игра. Можно нам поиграть прямо сейчас? Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Но только полчасика. По рукам? Да! Класс! Мальчишки. О, класс! Твоя игра просто супер! Сейчас увидишь. Это лучшая игра в мире! Всем машинам приготовиться! Заводите моторы! На старт! Внимание! Марш! Ой!
обогнать. Не работает. Что случилось? Нет, дядя купил ее только вчера. А она уже не работает, Тито. Ну вот, я так не играю. Погоди, Тито. Мама, мам, игра Тито сломалась. Ты можешь починить? Минутку, милый, сейчас я закончу. Машинки не ездят, мам. Машинки не ездят? Ну, машинки в видеоигре, у нас Тито. Ага, ясно. Дай мне еще 5 минут, и я посмотрю, в чем дело. Ладно, дружок? Спасибо, мам! Да! Эй, не уходи, Тито! Мама сказала, она попробует все починить. Это не починишь. Я как раз выигрывал, я был у самого финиша. Внимание, леди и джентльмены! Какое событие? Гран-при среди чемпионов! Заводите моторы, готовы, старт! О, нет! Машина не едет, а гонка идет! Что с ней случилось? Механик Марвин, что с машиной? Она не заводится. Ты можешь помочь? Сейчас посмотрим, ладно? Спасибо. Если едешь в машине и что-то пошло не так, не огорчайся. Лучше внимательно осмотри машину. А если не знаешь, в чем дело, разберемся в этом вместе. Я механик «Умелые руки». Я починю твою машину в 2 счета. Сейчас проверим, в чем беда. Зальем масло, поменяем шины, осмотрю мотор, поправлю провода, и ты можешь продолжить дорогу. Look at the engine, fix a wire, so you may zoom zoom on your way. Just when you're rolling along and something starts to go wrong, don't get upset, take a pause and slowly look for the cause. If ever you have a doubt, together we'll work it out. Сначала проверим колеса, ладно? Так, все в порядке. Отлично накачаны. Так. Теперь глушитель. А? Ну как там, глушитель? Порядок. Теперь проверим масло. Так, с маслом все хорошо. А теперь аккумулятор. Ага, вот в чем проблема. Здорово! Готово, так? Спасибо за помощь, Марвин. Теперь мы можем ехать дальше. Продолжим гонку, Тито. Пока, Бали, ты настоящий чемпион! Надеюсь, мама разрешит сдать ее обратно в магазин. Погоди, Тито. Нужно просто немного подумать. Не нужно, Бали. Она сломана, и все тут. Сперва проверим телевизор. Телевизор в порядке. Конечно, телек в порядке. Теперь посмотрим джойстики. Ах.
Ладно, с ними все хорошо, а вот игра. Теперь проверим провода. Да брось, это не так просто. О, похоже, ты прав. Ага, наверное, мы выдернули его, когда играли. Ну-ка попробуем. Молодец, Бали, мы играем. Ну, все работает? Мы починили ее вместе, все проверили. Главное все проверять. Да, и сразу найдешь проблему. Да, верно, мальчики. Можно мне тоже? О, да, возьми, мама, поиграй. Ну, не знаю, я никогда не играла. Попробуйте. Большое спасибо тебе, Тита. Ничего себе, Ле. Кажется, Бали все еще играет в видеоигры. Мне кажется, тебе пора. Привет, милый. Знаешь, какая интересная игра? Я выиграл, да! Чемпион! Мне очень понравилось. Ты отличный гонщик, Бали. Молодец. Если бы не ты, мы бы не починили игру. О, спасибо, мам. Эй, солнышко! Можно нам пойти погулять? Погулять? Да, поиграем в футбол! Отличная мысль.